Всем привет, с вами Мила, и я продолжаю играть в Fallout 4. Так. Что у нас с рюкзаком? Более-менее свободно, да? Что зажигательный гладкоствольный? Так, надо его куда-нибудь поставить. Хоть я быстрыми клавишами не пользуюсь практически. Ну, просто чтобы было видно, что он у меня как бы в избранных получается, да? Так. Ладно, пошли дальше. Очищение содружества. Нет, может квартирмейстер сделать? Что тут пир... А, офис Волтек раздобыть тактильный провод. Ну-ка глянь на карте. На карте. Где это? Где это? Где это? Подождите. Что-то я не вижу. Далеко, что ли? А, вон где. А мы здесь не были, что ли, еще? Офис Волтек. Региональный штаб офиса. Вот. Мы еще не были в этом месте. Так, ну нам тогда, наверное, удобнее вот отсюда, с дома Кэбботов. И потом как бы назад немножечко пройтись. Привязались к своей пушке, вы можете дать ей собственные. Да уж. Ну, грузись ты быстрее. Что-то стало очень долго грузиться. Так. Ой, это кто? Это кто такой идет? Он нормальный? Ты кто? Робот-охранник. А, ну тогда ладно. Так, значит, нам получается в какую сторону? Так, я здесь. А, вот у меня правильно, в принципе, направление. Давай только побыстрее. Быстрее, 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 быстрее. Шевели поршнями. Шевели, шевели булками. Здание Boston Bugle. Ну, нам пока сюда не надо. Это газета, которую мы часто находим. Так. Чего-чего? Супер-мутант? По ноге. А чё у меня? Ой-ой-ой, еще и два супер-мутанта, вы обалдели. Ай-яй-яй. Ох ты, зараза такая. Смотри, что делает, а? Уф, так, надо что-нибудь съесть. Жареный яугай. Картофельные чипсы. По ногам тебе. Давай, критом. Ты что там за крит такой? Давай, стреляй в него. Быстрее, то он тебя грохнет. Фуф. Квантовая ядерка. Где кто еще? Откуда стреляет? Сверху, что ли, откуда? Не определяется, главное, откуда. А, вон они где. Охренеть. Так, может, эту закинуть? Пусть горят. Так. Смотри, какие, а. Откуда стреляет-то, ё-моё? Ха-ха-ха, сейчас я тебя убью, ха-ха-ха. Еще и дверь открывает, смотри, что. Кто я попала? Вообще не туда шла. Ой.
Открывай. Ну. Найс. Very nice. Ну, давай, ты чё? Ещё что-нибудь кинет у меня? Да куда ты стреляешь-то, балда? Фуф. Жесткие ребята. Куда я вообще попала? Еще один супермутант. Блин, больно же? Где мой стимулятор? Стреляй в него, зараза. Фуф. Однако. Однако, жесткие ребята. У вас слишком много вещей. Кто бы сомневался? Пес, иди сюда. Hey. Hey, иди сюда. Пес. Wait there. Over here. Нет, сюда иди. Иди сюда, сказала, мне нужен ты. Так. Значит, вот это запирай. Это что такое? Демпфир накрепленный автоматически. Ну, сейчас посмотрим, что за вещи. Так, дрын забирай, кастет, он мне нафиг не нужен. Короткий автоматический гладкоствольный. Не надо, мне уже хватает. Так. Дальше. Это все плохое, плохое, плохое. Плохое. Так. Все. И хлам тоже забирай. Хлам. Хлам. Так. Хоботок гнуса. Жало рад скорпиона. Крышка. Сколько тут всего? Патроны. Склад какой-то тут был, что ли? Хоботок гнуса. Так, ладно. Что это вообще такое? Понятное. Какое-то помещение. Собачатина. Пес, иди сюда. Hey. Опять я наполнилась. Чё же я так быстро наполняюсь-то, а? Так. Это я хочу посмотреть. А он подвесит дофига. Нет, не дофига он весит. Нормально. Так. Броню забирай. Чего там звукоизолированное? А, нет. Панталоны. Выхлам. Текс. Где это мы вообще? Я не понимаю. Вообще не сюда шла. Тут какие-то трупаки, которых можно обирать. Непонятные. Что это за место? Что это за место? Непонятное какое-то место. Пес, ты не знаешь, что это за место? Не в курсе вообще? А что, если мы наверх пойдем? Отгребем, да? Нет? Не отгребем? Что это за место такое? Здесь кровать есть, смотрите. Прикольно. Можно поспать? Давайте немножко поспим. Заодно ХП восстановлю. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так. Жалко, сон не восстанавливает, не убирает радиацию. Он только ХП восстанавливает. Так, что это за место вообще? Непонятно какое-то. Фигня. Еще кровать. Что за катакомба? О. Ого, сколько здесь патронов. Это я удачно зашла.
Я очень удачно зашла. А чё ты, пёс, сюда не поднимаешься? Ты мне нужен, иди сюда. Ну-ка. Почему мне Эй. патроны не ищешь, а? Ты должен мне патроны искать. Чё ты на меня зеваешь? Чё зевает на меня? Так, стоп. Пистолет забирай. Кастет забирай. Дробовик. Чё такое? Криомина. А зачем мне мина? Я минами не пользуюсь. Прицельный легкий боевой карабин. Прицельно легкий. Нифига себе легкий 9,9. Капец он легкий. А тут калиброванный снайперский. А вот карабин охотничий. А давайте вот этот вот отдадим. А этот прицельный боевой, легкий боевой будем. Так, тактический 45, короткоствольный. Нет. Так, ладно. Дальше. Это не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Так. Что за вот этот оружие? Крепленный. Так. А, и вот это я хотел поставить. Прицельный, легкий. Мы его поставим сюда. Так, что за прицельный легкий карабин, да? Пусть он будет, он полегче хоть. Так, а вот этот что? Ну-ка глянем. Попробуем с ним походить. Что за... О, а какими он пульками пользуется? 38 калибр, у нас его дофига. А что у меня еще этим калибром пользуется? А, вот этот вот. А, подождите, у меня демпфированный укрепленный автоматический. А это демпфированный мощный гладкоствольный. А, это карабин, а это... Это карабин, это тоже карабин? Почему не до конца название тут? Автоматическ и все. А что автоматическ? Ну-ка, может, и так? А, вот. Тоже карабин, смотрите. Ага. С следующее. Ну-ка, давайте вот так посмотрим. А, нет, предыдущее. В. Значит, вот этот карабин и вот этот карабин. Ага. Так, этот вес 5,1, да? Этот 5,9. Скорострельность 127, урон 14. Вот только что урон поменьше. А, ну так это... Гладкоствольная. Это автоматический. Ну-ка, какой лучше? Я как бы больше люблю автоматические. Тогда вот этот продадим. Пёс, ну-ка, иди сюда. Зачем мне два одинаковых? Heads up. А я вообще никому не помогала. Так. Да вот этот, значит, это на мне. А вот этот тогда демпфированный мощный. Блин, тяжелый для нее груз. Ну ладно. В общем, мы его продадим. Зачем нам два карабина-то одинаковых? Так, ладно. Мне бы вниз. Мне бы вниз. Да, пес, не мешайся ты тут. Прыг. Так, все, здесь мы осмотрели. Ну, допустим, ладно. Мы вообще не сюда шли. Мы еще в другое место шли. А, так. Больше нам никто не помешает. Радио. Оригинальная штаб-квартира Волтек. Сохранимся по этому поводу. Так. Ну и вперед. Здесь нас ждет драка. Наверняка. Я в этом более чем уверена. Так. Пока фонарик отключим. Здесь пока светло вроде бы. Лифт. Нет, я пока не хочу наверх. Давайте здесь сначала смотримся. Здесь есть кто вообще? А я же здесь как-то пом... А, нет, я здесь не была. Колокол. Зачем я это сделала? Я активировала колокол. Вообще молодец я. О. Хороший карабинчик. Наверное. Сейчас посмотрим. В бою будет видно, что лучше. Пес, не мешайся.
то я в тебя попадаю. Понимаешь, что? Тут мешаешься. Кто где? Дайте мне тут пошариться. Может, еще какой-нибудь журнальчик найду, а? Табуретка. Телефон. Тыква. Кружка. Так. Дальше. Больше ничего здесь нет? Чё? Дверь. Сейчас выскочит. Прям чую. Нет. Не выскочит. Пёс. Как ты думаешь, не выскочит? Или выскочит? Он куда-то вниз, походу, судя по всему, да? Чё там? Ой, чё я делаю? Опять задело. Опять задело не то. Да, давай, перезарядись. Ну, неплохое такое оружие, в принципе, мне нравится. Я вообще люблю автоматическое. Да зажал и стреляй себе. Что здесь? Шар. Что-то там было. А, жестяная банка. Так, ладно. Здесь все посмотрели. Так, здесь все посмотрели. Сюда мы ходили? Нет. Привет. Приветик. Cleanness and Godliness. Ладно, неважно. Так, есть то. Я прям уже боюсь заходить в эти помещения. Как выскочит кто-нибудь на меня и все. И все. Я испугаюсь. Причем всегда это неожиданно получается. Когда ждешь, нифига нету. Когда не ждешь, вот оно здесь. Тут как тут. Даже пес, скажи же. Пачка сигарет. Здесь что? Здесь ничего. Пес что-то обленился вообще. Ничего не ищет меня. Ничего не собирает, ничего не находит. Слышь, пес, ты обленился. Ой. Так, что-то я наверх пока не знаю идти. Не идти, подождите. Внизу я все посмотрела, да? Не хочу ничего пропустить. Дверь. Видите, я же говорю, не все еще. Не все. Древний глобус. Так, у вас слишком много вещей. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Пес, иди сюда. Так. А он же не может тащить. Это печально. Это мне надо возвращаться, получается. Это печалька, это печалька. Нужно возвращаться и продавать все. Да, придется, пес, а что делаешь? Сейчас я вот все тут на первом этаже, получается, осмотрела. Так. И придется идти продавать все добро это. Так, здесь я была, да, получается. Эту дверь я зашла, здесь я была. Здесь тоже все посмотрела, здесь тоже. Получается, осталось только наверх уже идти, да? Но сначала нужно будет продать весь хлам. Ну а как иначе? Иначе никак. Глядишь, и накоплю на какую-нибудь супер пушку или на супер броню. Может быть. Если очень постараюсь. Так. Ну, мы на рынок Bunker Hill, я думаю, потому что... Ой, на рынок Diamond City. Потому что там как-то есть кому продать.
Так, что-то мы ночью как-то, да, переместились. Ну ладно, может, найдем все же какой-нибудь торговца. Какого-нибудь. Что-то все дрыхнут, смотри. Только вот этот не дрыхнет, робот. Может, ему продадим? Чего? Да. Нет. Так. А, он не покупает, он покупает только вот это, да, еду всякую. Это печально. Выйди! Так. Нам надо когда до утра подождать, и как это сделать, я не знаю. Как нам до утра подождать? Нигде не сядешь, не ляжешь, блин. Что за фигня? Так. Ну-ка, может, закусочный? Появилась та тетка. Где она? Каждый спутник что-то любит. Так, ну утро заодно настало. Да вы достали, они тут всегда, эти рейдеры. Эй, не двигайся. Стой на месте. Вот. Сказала же стоять на месте, значит стоять на месте. И опять этой продавщицы здесь нет, она задрала. А я понабрала опять кучу всего. Придется эту кучу выкинуть. А что делать? А, бафтат же у меня есть. Так, предметы. 304, да? Бафаут. Хватит, я думаю. Да? Да. Должно хватить. Почему ее тут нету? Всегда же тут была. Куда делась? Непонятно. Ладно. Ну, теперь можем обратно на рынок Diamond City переместиться. Теперь-то уж точно продадим, я думаю. Так. Мы переполнены, как всегда. Так, кому чего продать? Radiation poisoning is a common ailment, but we can cure just a... Не хочу я ничего лечить, подожди. Где этот торговец этот? А, вот он. We can talk about guns, or maybe you want to consider something more давай, up давай, close давай. And personal. Так, обмен. Let's see what you have. Self-defense at its best. Значит, мы тебе продаем. Это. А, и вот этот мы хотим, да, продать. Так, дальше. Из оружия все, из одежды. Сейчас еще у пса заберу. Весь хлам. Так, у него 300 монет есть. Ну, вернее, 300 этих крышек. Эк, забирай. Пёс, иди сюда. Иди сюда. Пёс. Значит, взять всё. Да. И отдать тебе. Everything I got will keep you safe. Let's see what you have. Don't forget to stock up on ammo. Да патронов у меня хватает. Так, забирай.
Дальше. Сколько у меня гладкоствольных пистолетов я набрала. Дальше. Кастеты, дрыны. Что это коллиматорные укрепленные? Ой, не надо мне. Есть у меня уже один хороший автоматический карабин, и мне этого достаточно. Тактический. Так, дальше. Это все тоже забирает. Все хуже моего. Забирай, забирай, забирай. Тоже забирай. Ай, блин, что-то лишнее. Че я для головы? Зачем я это сделала? Аккуратнее это все делать. Так, и этот. Обручальное кольцо я ему тоже отдала. Как так-то? Не-не, не отдам. Так, и хлам. Ой, кажется, уже это перебор, да? Ну, давайте что-нибудь заберем. Не знаю, пистолет. Хлам какой-нибудь. Так, принять. 5 монеток у него осталось. Еще 4 заберем. Так, ладно. Кому еще что можно продать? Давай тебе. Right? Мухобой мне не нужен, ты купи у меня чего-нибудь. Мухобой патроны не кончатся. Так у меня не кончаются патроны, я не жалуюсь на это, мне хватает. Так. Это забирай и это забирай. Дальше. Что еще? Все? Или нет? А, вот. Это забирай. Не нужна она мне. Так, чё? Всё, что ли? Получается. Здесь всё. Всё, хлама нет. Ой, чё я делаю? Отмена. R. Принять. Всё. Ну вот, уже 3200 есть. И чё у меня с этим, с рюкзаком? 248, ну пойдет. А что за костюм середню? А что, я его продать не могу, что ли? А он у меня торчит, смотрите, вес. А ну 0,5 и 0 и 2. Почему я его продать не могу? Что-то я не поняла. Почему я его не могу продать? Yeah, it's true. I got shot in the ass last year. Long story. Если я его не могу продать, нафига он мне нужен? Вот этому чуваку? Не могу я продать разве? Она даже не отображается почему-то в продажах. Да быстрее, хватит болтать уже. Болтун. Давай, давай, быстрее. Вот смотрите, так, оружие. Одежда, смотрите, она здесь не отображается почему-то. Странно. Тогда нафиг оно мне занимает только. Давайте я выкину. А, вы не можете. А, это с заданием связано. А что за задание? А что за задание? Ну ладно. Задание так задание, чё ж теперь сделаешь-то? Так, ладно, перемещаемся. Мы опять в Волтек. Так. Да, когда я уже новый уровень получу, чтобы хакерство прокачать. Хотя бы. Для начала. Эта серия, походу, будет долгая, пока мы пройдем этот Волтек. Я хочу его сегодня пройти. Оружие из труб грубое, примитивное, широко распространенное и легко модифицируемое. Его очень любят рейдеры Содружества. Ну, грузись ты еще по 3 часа грузится. Ё-моё.
Резче, 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 резче. Грузись. Чего же так долго-то, а? Наконец-то. Так, возвращаемся, короче говоря. А я у собаки все забрала, вроде все. Как-то мало пес перетаскивает. Ему бы еще какие-нибудь рюкзаки на спину, чтобы он еще таскал побольше. Ну давай уже, ты чё? Заходи. Тормозит страшно. Неужели? Так. Тогда мы... Не знаю, даже на лифте или так пойти. А, давайте сначала так пойдем. А я здесь пройду? А я что-то здесь не прохожу. Смотрите. Хотя по идее должна. Или что, вот уже здесь это сделано? Странно. Ладно. Как я еще наверх могу подняться? Вот так, да? Хорошо. Так, второй этаж. Посмотрим, что здесь. Так. Ничего такого. Так, двери. Давайте сначала эту. Никого? Слава богу, никого. Слава богу, никого. Стул. Так, 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 так. Компьютер разбит. Ничего интересного на полу. Пес под ногами, не мешайся, а. Так. Дальше. Здесь что? Есть гули. Кто же еще здесь может быть? Давай, пес, отвлекай его, а я его застрелю. Так. Ладно, хорошо. Обгорелая книга. Гуль. Гуль-гуль. Так, здесь ничего. Здесь ничего, здесь ничего. Так, это чё? Ничего. Так, хорошо. Здесь двери никакие нет. Хорошо, эту комнату осмотрели. Дальше пошли. Так, здесь что? Двери. Никого. Фоторамка. Патроны. Патроны нужны. Терминал доктора какого-то там. Ну, давайте почитаем. Нет, не будем. Ну, понятно, это лаборатория какая-то. Волтек. Так, что здесь? Ничего больше интересного нет, да? Нет тут, да, пес? А, здесь мы были. Хорошо. Так, здесь мы были? Нет. Нет, не были. Туалет, что ли? Ну да, конечно. Пантус. Дальше что? Наверх пойдем? Здесь мы все посмотрели. Вроде бы. Вроде бы как. Да, пес? Мы все тут посмотрели? Или не все? Скажи мне. Патрон дробовика. Смотри, видишь, нашли. Почему мне патроны не ищешь, а? Бесполезная псина. Да нет, она не бесполезная на самом деле. Она иногда врагов отвлекает, пока я их расстреливаю издалека. Так. Ну иногда очень мешается. Прям под ногами путается. Так, значит, здесь все посмотрели. Тут запутаешься, блин, где были, где не были. Отсюда мы пришли, да, получается? Да. Да, отсюда же я пришла. Да, 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 все. Так, значит, идем еще выше. Но задание у нас, смотрю, это ниже, похоже. Посмотрим, что еще выше. Еще гули. Так, сначала сюда заглянем. Есть тут кто?
ручки, планшеты, всякое такое. Сейчас все соберем. Опять. Опять весь хлам соберем. Да деньги как-то медленно прибавляются. Очень медленно, на самом деле. Так, ладно. Здесь посмотрели. Дальше куда? Так, отсюда мы пришли, да, получается? Запутаешься, блин. Здесь что? Тыква, крысиный яд, патроны. Патроны нужно. Дальше. Диван, модная щетка. Тут что? Шары. Кий. Кием можно драться, да? Так, ладно. Игрушечная ракета, стойка. Что за стойка? Так, здесь что у нас? Здесь ничего. Все, а выше нет, да, этажа? А где же? Нам ниже получается, что ли, надо? Дверь. Ой-ой-ой. Ой, напугал. Зараза такая. Стань противный. Иди! Что такое-то? Дикий, реально дикий. Терминал. Ладно, это я не буду. О, сейф. Ну, не ломайся. Ты ломаешься-то. Yes. О, патроны. Что там? Перфорированный. Гладкоствольный. Ну вот, наконец-то я дождалась перегруза. Иди сюда. Не-не-не, не оставайся, следуй, обмен. Так, сейчас скинем лишнее. Кий забирай. Перфорированный, гладкоствольный, господи, боже мой. Дальше. Очки забирай. Так, хлама. Хлама много я набрала, видать. Забирай все, все забирай. Так, все. Спасибо. Ножницы. Дальше пошли все собирать. Ой, игрушечная машинка. Настольный вентилятор. Хорошо, хоть здесь патроны ничего не весят. И то спасибо, а то вообще капец был бы. Даже пес. Скажи же. Так, ну ладно, здесь вроде все. Почистили. Так, а здесь я была? Нет, здесь я не была. А здесь и ничего и нету. Так, ну допустим. Так, здесь ничего. А, что без этого? Без фонаря, темноватенько. Хм. Ну и все, в принципе. Вниз надо теперь, да? Пошли вниз. Давай так прям спрыгнем. Так, а... Задание-то у меня где-то снизу, а как, куда, где вниз-то спуститься? Подвал тут, что ли, есть, я так понимаю? А где он? Можно задать такой вопрос? Где-то я что-то пропустила, наверное. Какую-то дверь или что? Так, здесь что? Ничего такого. А, мне надо в лифт, наверное, чтобы он меня вниз отвез. Скорее всего. Давай-давай, быстрее, не успеешь. Заходи. Ты чё? Ну ты заходишь или как? А-а-а! Его зажало. Диктор, спуск. А, ну точно спуск. Так, сохраниться надо. Сейчас какой-нибудь налетит тут, не знаю. Тут офигенно большой подвал. Просто огроменный. И гули. Ну, конечно, кто же без них. Надо им по ногам, короче, стрелять, чтобы он не ходил. Не получается. Не всегда получается по ногам стрелять.
Ну чё, ещё есть? Гули. Гули, 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 гули. Вон он идёт, вижу. Давай, пёс. Отвлекай его. Они тупые, эти гули. Готов. Чё здесь есть? Интересного. Ничего такого нету здесь. Печалька. Что? Какие гульбродяги. Зато здесь... Чего? Ядерный мини-заряд? Прям в туалете. Гениально. Это хорошо придумали. В туалет запихнуть ядерный мини-заряд. Чтоб разнесло его. Терминал легкий. Ну, давайте откроем. Так, best. Сход это 0. Кламп. О, нормально, да? Дистанционное управление дверью. Давайте откроем. Открыть. Открыть. Открытие двери. Ну, давайте. Так, ладно. О, взяли, да, то, что нам надо. И опять у меня много вещей. Ядерная батарея. Пес, иди сюда. Так. Что я там подняла? Кинетический калиброванный снайперский. Ух ты, какой крутой. Так, а у меня есть снайперский вот этот, да? Он хуже. Давайте вот этот снайперский оставим. Ну, вес 15, а тут 13. Усиленный снайперский. Ну, блин, крутой. Дальность 203, меткость 112. А здесь дальность 197, меткость. Он хуже, смотрите, чем вот этот. Урон только меньше, а здесь урон больше и весит больше. Не, не надо такой, наверное. Не знаю. Даже не знаю. Вес большой, не надо мне его. Нафиг. Так, это чё? Смотреть, давайте смотрим. Компенсированный калиброванный. А, гладкоствольный, не надо. Не надо мне. Так, криогенная, осколочная мина. Не надо, я и не пользуюсь ими. Так, здесь ничего. Ну и хлам. Забирай весь. Так, ладно. Что здесь еще есть? Сейчас пособираем. Если чего-нибудь осталось. Ну и в принципе все. Можно сюда валить. Да? Пес, все мы тут собрали. Валим тогда. И сдаем задание. Так, что на карте он очищенный? Зачищенный. Ладно, валим тогда. Ну давай уже, ты чё? Не тормози, загружайся. Я пока посплю. Не, ну реально, можно выспаться, пока она грузится. Дождик пошел, вообще шикардос. Так, мы перемещаемся. Сначала мы сдадим задание. Да. Что, погреть человека сзади? Ну, это понятно.
Нет, красть я не хочу, мне это не нравится, не люблю я вообще это дело. Я честная минутменша, или кто я там. Ну, наконец-то. Загрузился. В принципе, я же могу и не отдавать эти штуки. Но не факт, что я их задорого продам. То, что я вот им приношу. Неизвестно, почем я их продам. Лучше я буду им сдавать и стабильно получать по 100 крышек. Милое дело. Так. Иди сюда. Scribe Halen. Recover that tech I sent you for. Да, нашла, нашла. Забирай. Good job. Hope it didn't give you any trouble. Да нет, не ахти. 105, смотрите. А, с каждым разом увеличивается плата, видать. Да, я. Да хочу я, конечно, давай. Чё, мне лишние 100 крышек. Спасибо. Ай, чуть-чуть не хватило до уровня. Ну ладно. В следующий раз точно будет уже уровень. Чё там за новое задание? Просто посмотрю. Троица. А, центр церковь Троиц, раздобыть репликант конденсатор. А я там уже зачищала, помнится. А, нет. Странно. Я вроде там защищала. Зачищала. Как вот эту отметку убрать? Когда-то я делала отметку. Как ее убрать? Тут она тут торчит постоянно. Непонятно. Как ее убрать? Так, сейчас мы на рынок продавать всякое добро. Надеюсь, чуваки эти наторговали. Грузись. Ладно, продам я вне серии. Это не так важно. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Всем пока-пока.